И к другим темам. Мусор возле дома по Пушкина 195 все же убрали. Напомним, местный житель выкинул с балкона ненужные вещи. Об этом нам сообщил мобильный репортер. Все это пролежало под окнами почти неделю, причем в управляющую компанию никто не обращался. Там узнали о проблеме от наших корреспондентов. Однако сразу коммунальщики навести порядок не могли, потому как у вещей был хозяин. И только после того, как владельца нашли полицейские и составили на него протокол, мусор был убран. А я напоминаю, стать участником рубрики «Мобильный репортер» может каждый. Для этого нужно снять на видео то, что вас волнует, обязательно прокомментировать за кадром и прислать на тот номер телефона, который сейчас на экране. Только по этому номеру ваши сообщения дойдут до корреспондентов «Вести Хакасия», и они подключатся к решению вопроса. Добавлю, что также можно делиться интересными фактами и любопытной информацией.